Добрий вечір, в ефірі телекомпанії «Ніс ТВ», як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Олександр Гайду, кандидат у народні депутати України від партії «Слуга народу» за округом номер 128. Округ включає в себе Інгульський та Корабельний райони міста Миколаєва. Добрий вечір. Добрий вечір. І так, Олександр Васильович, собственно, начнем то, що називається спочатку. Ви балотируєтесь в Верховную Раду Украины по 128 округу. Это Корабельный и Ингульский районы города Николаев. Чем обосновано именно такое решение? Вы знаете, я более 9 лет живу и работаю в городе Николаев, поэтому не понаслышке знаю проблемы жителей Корабельного и Ингульского района. Знаю, что хочет город, что хотят горожане. И, конечно, я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Я хочу с помощью поддержки наших горожан отстаивать их интересы в стенах Верховной Рады, улучшать жизнь жителей нашего региона. Ну и, конечно же, я считаю, что основные моменты, которые все-таки надо отстаивать, это вопрос, связанный с городской инфраструктурой, это вопросы, связанные с привлечением инвестиций и безопасность и комфорт жизни жителей нашего города. Насколько на самом деле вам известны проблемы жителей округа, а именно Корабельного и Ингульского района города Николаева? Ну, сегодня я достаточно часто встречаюсь, у меня не менее 10 встреч, а то и больше в день с жителями как Корабельного, так и Ингульского района. И, конечно, проблем масса. Основные из них – это проблемы, связанные с городскими коммуникациями, с состоянием домов, жилых кварталов, крыши, окна, подвалы. Вопрос транспорта очень актуальный. На сегодняшний момент между некоторыми районами города нет транспортного сообщения. Да что там между некоторыми районами? Даже нет сообщений между микрорайонами в рамках одного района. Как так получается, непонятно. Почему власти бездействуют, непонятно. На данном округе есть действующий депутат Верховной Рады, который 8 лет уже должен решать проблемы жителей своего округа. Но, к сожалению, кроме смены вывесок, смены партии, цветов, я не вижу никаких глобальных изменений, поэтому я думаю, что я смогу предоставить этот, ну, помочь жителям округа намного лучше. Ну и к тому же, насколько я знаю, действующий депутат предоставил субвенции в Одесскую область, поэтому говорить о том, что он развивает Николаевскую область и город Николаев, ну, для меня как-то это режет слух. Хорошо. Если мы говорим о проблемах жилищно-коммунального хозяйства, действительно, состояние домов, внутридомовых коммуникаций, вообще сетей, то, что называется на слуху, касается практически каждого жителя города Николаева. С вашей точки зрения, в чем проблема? Это проблемы законодательные, либо иные проблемы, почему вот, собственно, вся эта история не решается длительный период времени? Ну, вы знаете, недавно, в мае месяце этого года, вступил в силу закон о жилищно-коммунальных услугах. На мой взгляд, он достаточно современный, он отвечает тем запросам общества, которые сегодня существуют. Но, к сожалению, население не совсем информировано про этот закон. К сожалению, не могут воспользоваться жители города теми пунктами закона, которые дают возможность как перерасчета тех тарифов, которые они получают, если управляющая компания или компания, которая предоставляет те или иные услуги, выполняет их некачественно, либо вовсе не выполняет. Поэтому я думаю, что надо работать с населением, информировать их больше. Только информации не хватает людям, либо чего-то еще? Ну, еще виновата, наверное, городская власть, потому что не стремится, скажем так, выполнять нормы этого закона. Я считаю, что только совместная работа как городской власти, так и депутатов Верховной Рады даст толчок и возможность реализации этого закона. Ну и работать надо, конечно, плечо к плечу, одним фронтом, для того, чтобы действительно этот закон приносил пользу для жителей города. Давайте, может быть, конкретизируем, что жители города Николаева, Ингульского и Корабельного районов получат в случае избрания вас народным депутатом Украины? Ну, очень много вопросов, которые уже
не первый год возникает у жителей. Ну, эти все проблемы, они крутятся постоянно, но я надеюсь, что я смогу реализовать часть этих проблем. В первую очередь, это вопрос, связанный со строительством объездной автомобильной и железной дороги. К сожалению, более 10 лет эта проблема крутится, ее пытаются решить все, кто готов это делать, все, кто понимает реально эту проблему, но, к сожалению, она не сдвигается с места. Я надеюсь, что я смогу помочь решить эту проблему, будучи депутатом Верховной Рады. К тому же есть масса вопросов, связанных с ремонтом, реконструкцией мостов и путепроводов, вопросы, связанные с ремонтами автомобильных дорог, также вопросы развития морехозяйственного комплекса. В этих вопросах я являюсь специалистом и экспертом, поэтому я надеюсь, что я смогу принести пользу нашей стране, используя свои знания. Я считаю, что Николаев очень перспективный город в плане привлечения транзитных грузов, и надо, естественно, разрабатывать гибкую систему скидок на портовые сборы конкретно Николаевского региона. Очень часто говорят еще о том, что необходимо часть сборов, которые получает порт, оставлять в городе. Я тоже считаю, что если мы добьемся того, что часть административного сбора будет оставляться в городе или в области, то это будет однозначно победой. Я за полную модернизацию материально-технической базы медицинских учреждений. Хорошо, давайте тогда, может быть, еще немного о ваших личных приоритетах в качестве будущего парламентария. Ну, прежде всего, необходимо повышать социальный статус работников всех бюджетных сфер. Во-вторых, отработать и ликвидировать коррупционные схемы фармацевтической промышленности и снизить цены на медикаменты. Снижение варварских тарифов жилищно-коммунальных, на предоставление жилищно-коммунальных услуг. К тому же я считаю, что граждане, громада может влиять на решение власти путем проведения референдумов и соцопросов. Одно из направлений, которым я буду настаивать, это внедрение системы отзыва депутатов всех уровней при невыполнении ими своих прямых обязанностей, и, естественно, избиратель будет иметь право и механизмы отзыва этих депутатов. Ну и, конечно, привлечение инвестиций в развитие промышленности и экономики нашей страны. Хорошо, Александр Васильевич, давайте, может быть, немножко об экономике. Мы понимаем, что решение там социальных проблем, экономических проблем без какого-то толчка, без какой-то модернизации, без какого-то законодательной подпитки, оно невозможно. Вот в этом направлении, как видите свою будущую работу? Знаете, развитие предприятий морехозяйственного комплекса может дать толчок для развития экономики города Николаев, Николаевской области, да в принципе для всего южного региона. Ведь привлечение инвестиций, развитие предприятий, реорганизация этого предприятия даст возможность увеличивать рабочие места, давать достойную заработную плату. Наша основная задача, задача партии «Слуга народа» прежде всего остановить отток кадров за пределы нашей страны. И развитие экономики даст возможность не только оставлять людей дома со своими семьями, но и те, которые уже успели уехать, вернуть их обратно. Ведь получать достойную зарплату – основная цель меня как народного депутата. И я считаю, что вообще как бы развитие стимулов, всех стимулов, которые дадут толчок для развития экономики, это целая группа законов, законопроектов, которые уже разрабатываются партией «Слуга народа», и я надеюсь, после парламентских выборов, после 21 июля, эти законы будут максимально быстро реализованы. Не могу не спросить, что для вас город Николаев? Это просто такая стартовая площадка для того, чтобы двигаться вперед в политике, там, в бизнесе, либо, может быть, что-то большее? Вы знаете, я уже говорил, что более 9 лет живу и работаю в этом городе, развивая предприятия. На сегодняшний момент у меня работают более 100 человек, это 100 семей, и
говорить о том, что город Николаев – это трамплин, ну, как-то не совсем правильно. Я люблю этот город, я здесь работаю уже практически всю свою сознательную взрослую жизнь, и мне нравится этот город, я вижу потенциал, много специалистов, много хороших предприятий, которые надо развивать, надо прилагать усилия для того, чтобы мы могли выходить на нормальный уровень и действительно прославлять, наш город должен прославлять нашу страну, как это было в былые времена. Я надеюсь, что в статусе народного депутата я буду делать все необходимое для этого. Ну и подводя итог разговору, Александр Васильевич, собственно, вы у нас выдвигаетесь в народные депутаты Украины по 128 округу от партии «Слуга народа». Почему именно эта политическая сила? Ну, я уверен, что та команда, которая окружает президента, это не только новые лица, но это команда профессионалов, которые могут нашу страну двигать только к успехам и только вперед. Я отношу себя к тем людям, которые могут благодаря своему опыту, своим знаниям принести пользу президенту и принести пользу нашей стране. Поэтому я в этой команде. Мне идея, и сама идея этой команды президента и идея партии «Слуга народа» очень близки по духу. Олександр Гайду, кандидат у народні депутати України від партії «Слуга народу» за округом номер 128. Округ включає в себе Інгульський та Карабельний райони міста Миколаєва. Будь нашим гостем, відповідає на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів вам. Дякую. До бачення. Дякую.